Пешеходный переход в нескольких метрах здания ГИБДД. Казалось бы, вот он, островок безопасности. Но ни зебра, ни присутствие инспекторов еще не гарантируют, что здесь смело можно переходить дорогу. Татьяна Модина сегодня в этом убедилась. Ее на полном ходу сбил водитель десятки. Мой, он видит, что я перехожу, он должен затормозить. Я уже помню, что я уже, у меня тут осталось каких-то, может быть, даже шага три, чтобы ступить вот туда, вот на этот, как на барьерчик. И все, я взлетела в воздух. Упала на лобовое стекло, а потом скатилась по капоту на землю. Водитель рассказывает полицейским свою историю. За рулем он 26 лет и не понимает, как такое могло случиться. Солнце не заметил. Перебегал, и все, ничего не смог сделать. За 11 месяцев этого года в Липецке сбили почти 300 пешеходов. Два десятка из них погибли. Сотрудники ГИБДД уверены, тревожную статистику можно улучшить, если водители будут обращать внимание на других автолюбителей. Не принимают во внимание, что в соседней полосе может автомобиль снижать скорость, останавливаться. Это является одним из сигналов того, что возможно проезжая часть появления пешехода. К сожалению, водитель не всегда на это обращает внимание, приводит вот к каким-то последствиям. Женщина получила сотрясение мозга и ушиб колена. Ее сразу увезли в больницу. И теперь ее ждет долгое лечение. А виновника происшествия ждет суд. Ему грозит уголовная ответственность. Наталья Тюрина, Олег Голобоков, ТВК Новости.